Лариса Владимировна. Я представитель... Луценко Лариса Владимировна. Я представитель от спинки рыбаков, наших отверших рыбагентства. Мы, скажем так, собрали деньги и общими усилиями. При поддержке, конечно, если бы не администрация по дороге с Брюлем, было бы у нас это какие-то. Экскаваторы работают очень хорошо, быстро, но если не будет всех снарядов, большая просьба ко всем, то промоины, без нее, без земснаряда промоины не жить. Сколько денег собрали, каким образом? Деньги собирали пользователи водных биоресурсов. Кто сколько может. Мы собирали и за эти деньги покупали топливо, заправляли экскаваторы. Мы так осенью собирали, потому что нужно помочь. Это, потому что это нужно срочно. Сами понимаете, что бюджетная волокита бумажная, проект, тендер, все это долго, а рыба столько ждать не будет. Ей нужно зайти на нерест. Время сейчас. Ливан нужен, должен быть. Поэтому, чтобы это было быстрее, все заинтересованные рыбаки.